На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии после его антивоенной речи на концерте в Уфе. По словам продюсера Радмира Усаева, сразу после концерта ДДТ на Уфе-арене, где Юрий рассказал про свое отношение к понятию «Родина» и спецоперации на Украине, за кулисы проникли некие силовики и изолировали Шевчука от группы. Полицейские общались с певцом около часа, не пуская никого в гримерку. По версии Усаева, они хотели задержать Юрия, но в конце концов ограничились лишь протоколом. На Шевчука составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КАП. Вчера лидер ДДТ эмоционально высказывался против спецоперации на Украине и президента во время выступления на Уфа-арене перед 8000-ной аудиторией. Для физических лиц по части 1 статьи 20.3.3 КАП предусмотрен штраф до 50 000 рублей, для юридических – до 500 000.